Какая-то странная надпись. Ходят тут, понимаешь ли, такие. Говнюки-то, я что-то не помню, как оглушать-то вообще. Потому что мне тут по ходу дела придется. Всем привет! Она должно быть. На поиске, она здесь, я знаю. Кого-то ищут. И почему-то она, не он. Всем привет! Это Кактус, и я продолжаю играться в игрушечку по названием Shadow Tactics. Буду называть Shadow Tactics, потому что там что-то Blade of Shogun дальше идет. Просто Shadow Tactics. Значит, в прошлой серии я поговорил с Сёгуном, мне сказал, говорит, нужно зачистить вот здесь вот, потому что здесь не какие-то поставки оружия идут. Да, вот они. Вот они, поставки оружия. Поставочки оружия. И убить еще офицеров. Офицеров надо убить. Парочку, троечку. Ну, сколько-то хотя бы. Так, значит, давай камешком. Камешком, смотри, не получится. Ладно, тогда ждем, пока ты уйдешь. Да-да, сохрани. Ты мне задолбал там туманчик кидать постоянно. А ты куда у нас смотришь? А ты у нас смотришь туда. Пойдешь? Пойдешь. Так, значит, этого мы сможем срезать только тогда, когда отвлечем вот этого. Ага. А это на ушку. Окей. Сейчас тогда так и поступим. Смотри. Вот этого отвлекли. Нихуя! Не получилось, смотри. Так, ладно. Дубль 2. Я, наверное, слишком близко в кусты подошел. Он в кусты зашел и меня сразу увидел. Я, в принципе, могу их не убивать, но что-то мне как-то они мешают. Вот. Смотри, как четко все сработало. Так, сюрикен забрали. Давай тебя в кусты на всякий случай отложим. Так, и впятнем. И куда мне теперь? Куда-то. Что такое? А, ты это слышал? Какого хрена там происходит? Опа! А? Наступил, наступил, смотрим, в какую-то ловушку наступил. Хм, ловушка. Интересно. Обморы серой. Опа! Не двигайся. Кто ты? Одинокий волк? Юки, на тебе мечом горло. Ребенок? Значит, тебя не ищут. Нет, не меня. Я тихая, как кошка. Что ты здесь делаешь? Я видел разные вещи в тех повозках. И там мне нравилось. Я решил забрать их с собой. Лучше беги отсюда. С детьми здесь случаются разные неприятности. Иди играть в другое место. Вы видели мою маленькую ловушку? Я могла бы вам помочь. Если вы меня отошлете, я снова останусь совсем одна. Мне некогда. Ладно, можешь пойти со мной, но будешь слушать и дело, что я скажу. Ясно? Да, сенсей, не зови меня так. Не звать тебя учителем, почему? А что ты умеешь? Ты смотри, ты умеешь, значит, используя кинжал для проведения атаки в ближнем бою. Ставьте ловушку, которая убегает врагов, наступивших на нее. Не забудьте забрать ловушку. И свистком заманите врагов на вашу текущую локацию. Не нужно, спасибо. Аригато. Опа, тащит, смотри, а тяжело, смотри для нее. Ох, а какого? Ой, это тут все, блядь, пиздец, как тяжело, на.
Да ты дурочка, блин. Так. Мне вас теперь, ребят, надо убить. Сейчас о вас быстренько расправлюсь с вами. Да хотя, чё я с тобой церемонюсь, на. О, сюрикен, можно и мне. Нет. Определенно нет. Но почему? Оп. Так, а тот меня увидит. Тот увидит, дед увидит, дед, чё вообще? Так, чё у нас тут вообще происходит? Ага. Так, а давай... Чё за шум, ты пойдешь, нет? О, давай девочку в деле проверим, смотри. Значит, идем сюда. А, куда ты не смотришь? Вот сюда вот они не смотрят, да? Значит, S. Ставим вот сюда вот ловушку. А свисточек далеко действует? Свисточек как далеко действует? Так, что-то только я неправильно сделал, знаешь, почему? Давай, быстрая загрузка. А я давно сохранялся? Я давно сохранялся, бляха. Я сохранялся только... Бляха, я же даже девочку еще не посмотрел. Ну ладно. А упор пути в спейс. Так, давай вот тут сохранимся. Так, спрыгнуть. Спрыгнуть пока не надо. Да нельзя тебе сюрикен. Вот так да я делал. Да ты почему видишь-то? Я опять не сохранился, да? Нет, сохранился, смотри. Мне просто, наверное, нравится, когда он там говорит, а, сюрикен, да? А, вот где он видит, смотри. Вот здесь он не видит. Так, давай, значит, вот сюда ловушку поставим. И вот отсюда мы посвистим. Надо было опять сохраниться, когда я этого убил. Вот. Видите? Неплохо. Кто сделал для тебя эту ловушку? Никто. Я сама ее сделала. Ну, конечно. О, сука. Сука. Нет, не надо, спасибо, не помогай мне. Я справилась. Так, давай и впятнем, во. Так, значит, вот этого мы убили. Отлично. Значит, смотри, что теперь мы. Теперь мы девочкой опять пробираемся. Раз, два. Раз. Побежали. Хорош. А, вот туда поставим ловушку. Ой, вот она, ловушка. Так, и посвистим только так, чтобы этого деда не задеть. А деда мы... Во! Вот так, давай, только наступи, а? Почему ты не наступил-то, а? Надо было ближе, да? Окей. Беги. Хрясь, идиота кусок.
Так, этого мы тоже убили. Так, теперь чего, давай. Так, ты не можешь пробраться, окей, понятно. Так, Деджи не заметит. Так, дед не заметил. Так, а с вами что делать? Так, но этого я могу бесшумно убить. Ты мне скажи. Ты мне ничего не говори уже. Так, и зачем я сюда забрался-то? 飛び乗ってやろうよ。悪い策ではない。進捗は誰もこの庭車に触れさせちゃならない。Держи не заметит меня или заметит? По-моему, заметит, да? А ты не подойдешь, да? 俺が敵の気をそらす。まだ突っかえてるのか。どんどん飲めよ。 Опа, а чё это корова так? Так, почему-то... Так а ты куда вообще пошел-то? Ой-ой-ой, он что сейчас тут трупов найдет? Фух, он не успел тревогу поднять, да? Он не успел тревогу поднять, да? Он не успел, смотри. Нет, успел. А я сохранился, бляха. Чутто, Ана-сан, доко нано? Ика, мицке сидай когеки да! Так, а вас много вообще выбежало-то, или вот только двое? Так, понятно. Так, давай тогда... А я же могу сохранить, загрузиться до того, как я тревогу поднял. Вот это, по-моему. Давай попробуем вот эту, да. Фу, чё-то как-то прям... Ну, не, это не круто. Так, продолжить. Во, я еще этого не убил, отлично. Значит, а знаешь, как делаем? Тогда вот этим сейчас я сюда проберусь. С этим я срежу вот этого пиздюка. А девочкой я тогда поставлю там ловушку, и он просто умрет сразу. Сейчас он только пойдет обратно. Давай, уходи. Во, хорош. Кенджитс.
приятно сюрпризу, дешо? Так, вроде правильно. Так, давай сохранимся и подождем материал этого придурка. Надеюсь, он наступит. Так, если что, мы вот этого поставили. Если что, да, спрыгнем сюда и убьем сразу его. Блин, надо было трупы вот этих сныкать. Потому что он вот это вот увидел. Не круто ни хера. Так, бегу, да. Пошли нахер. Загрузить, да. Как же мне тогда тебя убить так, чтоб ты это? Ой-ой-ой, не той. Надо девочкой. Так, иди тогда вот сюда. Теперь вот сюда. Сейчас мы вот тогда сюрикеном сразу отхерачим. Я-то думал, ты тихо умрешь. А ты тихо не умер. Заразка-то. Он вот этого, да, увидел такой, типа, говорит, какого-то хрена. Я тебе сейчас, да, сюрикеном ухерачу. Пока ты трупов тут не увидел. Пока ор не поднял. Вот. Один готов. О, одного офицера же зафигарил. Точный же офицер был. Так, вот, сохраняемся. Теперь точно сохраняемся. Так, а теперь мне что? Мне самураем придется, да, херачить тебе? Так, того еще могу, смотри, отхерачить. Так, ты давай смотри сюда. Быстрее. Так, этого могу убить. А ты вообще мог? А, Y оглушать, ага. А ты умеешь оглушать? Можешь оглушать, смотри. Так, значит, что делаем? Делаем тогда по-другому. Делаем тогда... Забираемся с тобой сюда. Оглушаем вот этого ублюдка. Опа! Да, ты вообще красава. Я же сказал, не зови меня так. Не называй меня сенсеем. А вот выбросить она его смогла, прикинь. Так, сохраняемся, а то если тот встанет, чё... Опа. Ой, как вас много-то. Нет, смотри, меня вот этот запалит, если я буду вот этого срезать. Опа, ты тоже смотри, что умеешь делать. Так, давайте бычком, да? Что это было? На! Еще один офицер готов. Так, а еще могу? Ну какого это хрена? На, тебе еще раз. Это несчастные случаи. Это быки все, это не я. Сюда, я видел его там, кого-то там видел. Третий будет? Давай третьего. Нет, третьего не было. Ну и ладно. Хотя я тебя мог сюрикеном достать, да?
А, нет, сюрикеном я тебя не мог достать, потому что тут палятся все. Почему не достает-то? Бык. Он так теперь там и будет ходить, да? Вот он, по-моему, сейчас прям рядышком должен быть. Нет, ужасная трагедия. Так, ладно. Там мы сделали. Теперь что можно? Этого не трогаем тогда. Сохранимся. Опа, могу, смотри, по тележкам прыгать. Так, это что, это там ничего, да? Я просто сюда могу спуститься. Так, а нахера я сюда пришел? Ладно. Не свисти! Хороший баланс. Кто тебя научил? Уличные кошки? Понятно. Так, надо камеру повернуть. Еще. И еще. Вот так. Опа, а вот это что? Нихера. Чё-ч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 ё
Сиськай. Сиськай. Хоп. Да, вон прыгнуть сразу могу. Так, повернуть. Рано, да, пошел, потому что вот этот видит. И вон тот видит. Ага. Так, ты только присядь, ты что-то у меня в полный рост ходишь, та дура. Так, ты слезть не можешь. Давай спрыгнем лучше. Ото тадена. Что ты делаешь-то? Тут же забираться еще надо, да? Фух. Так, ладно, этого мы сейчас срежем. Сейчас он только подойдет, и мы его срежем. Ой, смотри, что-то можно взять. С контролом. Так, а у меня что? У меня подсказки, смотри, журнал миссий. А, офицер, 6 офицеров надо сбить. Хорош. Так, а вот с этим-то что я могу делать? Опа. Убрать упор, ящик получил. Убить двух врагов с помощью повозки. Не скажи мне, ты хороший в этом деле. Не понимаю, о чем вы. Неважно, остался один. Ой, а смотри, тут диалоги-то. Ой, а кто это убил их фургоном-то? А что случилось? Какого хрена? Так, а вот это фургон. Этот фургон расположен неустойчиво. Зашибись, подсказали, да? Так, остался офицер. Значит, вот этого офицера. Потом... О, блин, а я вот этого офицера не убил ни хера. И вот этого офицера. Ну, этого офицера я убью. Не вот этот офицер. Ах, ты же вы пидорасы-то.
У меня, оказывается, тут не все так просто-то. Да, какого хера-то тут происходит-то, а? Так, сюда мы поставим ловушку. И когда он сюда сейчас ближе подойдет, мы свистнем. Посвистим мы тут. И он такой пойдет, пойдет, такой... А-а-а, черт, меня убило, вот это не успеет увидеть. Блин, мне придется обратно идти. Вот этого офицера мне надо убить. Это даже, что-то я даже сложнее, чем я думал-то. Ой-ой-ой, тут уже и шел? Нет, не шел еще. Иди сюда. Куда ты делся? Вот он. Поспал? Все, давай. Еще кто-то там храпит, да? Во, храпят, возу. Завывают-то. Так, а чё? Ладно, ловушку заберем тогда. Эй! Мне надо как-нибудь так, чтобы ты не запалил. А как? Мне тебя надо бы убить. Так, а это вот как раз тот, который прям мог бы его... Теперь нужно подать сигнал Мугену от статуи. Кто такой Муген? Скоро узнаешь. Так, давай тогда знаешь что? Давай тогда, сколько мне еще офицеров осталось убить? Один у флага точно стоит. А вот этот... Да, один у флага. А, сигнал уже могу подать. Не, давай тогда всю миссию выполним. Значит, я сейчас тогда просто... Меня же там никто не палит. Давай тогда идем. Там, в принципе, их просто убить. Но проблема. А, ты не можешь пройти? Вот тут, вот, тут. Вот. Так, ладно, вот так мы сделали. Сейчас вот эти подойдут, я туда кину камень. А, камень, смотри, не дотягивается-то. Ну, так можно, да. Почему бы нет? Так, а теперь вот этих двоих-то как? Придется кошку все-таки звать, да? Чтоб она вот здесь вот убила его. Да, придется. Юки, иди сюда. Где тут забраться? Да не хочу карту крутить, блин. Давай. Ты мне там нужна, без тебя не справляюсь. У тебя дудочка хорошая. Фуф. Фуф-фуф-фуф. Так, значит, ставим ловушку где-то вот тут. Так, а свистишь, ты меня... О, вообще отлично ты меня свистишь. Блин. Вот так, короче, надо свистеть. Ловушку надо забрать. Поставить ее вот сюда.
Фу-ху-ху. И вот так посвистеть надо. Блин, два раза чуть не запалил, а? Тащи, тащи, тащи его, тащи, тащи. Ну и все, самурай мы сейчас... Опа, вот так. Во, самурая мы сейчас отхерачим. Кендзюцу. Кендзюцу. О-о-о-о! Я так опрометчиво тут главное бежал. И так четко попал. Так, давай тогда, знаешь что, еще вот этого убьем. Я же могу сверху херачить. Так, а там этот не пришел? Этот не пришел. Вот. Как ты пошел-то? А, нет, смотри, вот он сидит. Он такой, небось, такой, охренел. Ой, а что я тут? Как я тут появился-то? Давай, кладем. Все, пошли, теперь последнего офицера убьем. Убьем мы сейчас последнего офицера. Где тут подняться-то? Так, только чувствуется, мне кажется, тут сложно будет. Мутияти. Чё за мутияти? А хотя тут чё сложного-то? Ничего ж сложного. Так, у нас только тут один остался, да? Остальные мирные жители. А, еще вот офицер. Где он? Вот здесь вот. А ни хрена нет офицера-то. Так, а тебя-то что, как бы срезать-то? Ты у нас смотришь, да, вообще? Да, вообще смотришь. Вот здесь бы задом обойти, но здесь вот здесь бабка караулит. Мирный житель. Я, в принципе, знаешь, как могу? Могу даже самураем пройти, да? Да, пока ты меня там запалишь. И срезать тебя даже с сюрикеном. Нет. А, смотри. Вот. Я же забыл, что вы плавать можете, ребята. Давай, 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 быстрее. Во! Косо-косо-косо. Давай быстрее, заметит. Воу! Ну вот прям вот крапулинки прям не хватило, да, чтобы добежать. Так я даже там не сохранился. Даже ты чё ты... Так, ну так ты меня не заметишь, так мне похер. Так, все-таки подожду, пока ты уйдешь оттуда. Да, вот так сохранимся, если что, просто развернуть вот этой дурочкой. Уху-ху. Во-во-во-во-во. Нормально. Нормалды. Опа, нет.
Нет, стража, не беги сюда. А как же мне тогда вас? Вот, даже никто не заметил. Отлично. Так, я в принципе тогда знаешь, как могу сделать? Могу девчонкой пробежать вот сюда. Не могу ни хера. Ой-ой-ой. Вот, вот эта кнопочка. Так, а почему кто заметил-то? А, вот этот заметил. Рано слишком пошел, ага. Так, а что если мы, смотри, надо было вот этим пробегать? Потому что если я пробежал бы, убил бы вот этого придурковатого, и может быть еще будет. Смотри, тут три быка. Я бы, кстати, довольно-таки очень много бы смог бы нарезать, наверное. Успею, успел. Хорош. Так, я какую-то еще ачивку получил, блин. Да почему не достает-то? Да бляха! Не, ну задумка вообще классная. Если бы еще и только попасть бы туда. Давай сразу тогда им побежим. Так, сейчас ты тоже пойдешь. Вот, сейчас можно бежать. Вот, можно. Да почему не достает-то? Я вообще не круто, да? Да, вообще что-то не круто, блёха. А как же тогда? А как же тогда? Ладно, давай тогда, знаешь, что мы помучаемся уже вот этими ребятами уже в следующей серии. Ссылочка на плейлист будет в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Рассказывайте друзьям, делитесь ссылками. До новых встреч. Пока-пока.